схватка. А ты, Андрейка, поздравил вас, ты готова. О, что-то новенькое. В этом данжике я не был. Да, сбрасываем нафиг. Или был. Раз квестов нету. Да, я тут был. Я опять упал, я с дэмэджем. 003. Ты чё, не спал, что ли? Поздравил. Почему так много дэмэджа наносит он, блин? Я тоже хочу так много. Да, кстати, пишите это ему в ВК, вряд ли он сейчас сидит, смотрит. Вот я идиот, куда я попёр? Все ради дэмэджа. Хотя бы иллюзию того, что я первый систем. Так, последний вас скид нам нанести. О, у меня тоже посох. О, там какая-то херовина упала, или мне показалось. Так, идем отсюда. Что-то даже как-то не верится. Хотя, да, я же по пиявкам не был. Трали, затралено. Поехали. Живое колдунство, блин. И смотрите, я живое колдовство. Прям перед вами вот торчу. Вы что, не верите, что это же я, живое колдунство?
Что такое? Меня застанивали, что-то такое. Короче, повалили моих, а тут другой ДДшник. Танк меня догоняет. Ну и ДДшник тоже. Я тебя не боюсь. Давай, 20к дэмэджа. 15, конец. Я набасался. Все, упал. Кольчуга, херня. Тряс, шейкер, короче. Только тролли, шейкеры. Да мне зачем? Ты, а где еще один? Ну что ты? Идиот. Давайте кикнем. Мы в четырем затащим больше опыта. Меня прикалывает причина, поэтому я за. Как бы смотрю чата, что... Тут ничего такого нету. Затащим, изи каточка. И кто-то леву поднял. Гол. Всех изи.
10 тащим. Рыбки пытаются что-то сделать и плывут сквозь текстуры под нами. Ну, может, и не сквозь. Но пытаются. И чудовеньких данжей каких-нибудь интересненьких. Кого бочку пива? Мода подумаешь. Двойная крутилка — это сила. Так, говно, сапоги. Мясо летарога пригодится, чтобы сделать жрачку потом. Ой, напугал кишки, он вытащил. Это и это все. Миллион дэмэдж, короче. Так, как с вами откажусь. И на этом моя задача в этом данже завершена. Так, все, выиграли. Есть и неудачи. Я уже тут квестики позадавал. Еще пару дней назад. Так, все. Что тут? Да, надо кладки какие-то подыскать. А ты совсем охерел брать мою кладку? Ты кто такой вообще? Ай, слишком сильный. Что-то чат замолчал очень тихо. Что с вами? Надо подождать. Вообще сделки стоит много брать и продавать. Я не готов. Я пока не могу применить. Заклинание еще не готов. Я не могу это сделать. О, вообще мне так много нанесли. Они втроем тут были. Какие хитрожопые, а? Я пока не могу применить. Пошел. Еще не готов. Я пока не могу. Пошел. Так, где моя первая помощь? Как я и предполагал, на 425-ю. Там уже будет желтая. Ну и кто страдает, кроме тебя, от того, что пишет? Хотя... Кто знает. Так, сатирик, изи. Тут можно было за одну энергию подобывать. Так, надо кладочки искать. Значит, их тут мало. Пойдем полетаем тут чуть-чуть. Поищем чего. Светлячок фиолетовый. Mm-hmm.
Не знаю почему, но мне что-то прет светлячок фиолетовый харчок. Так. Все, кладочки собраны. Летим нахрен отсюда. Поганая. Ну и поганай. Ну, приятного аппетита, Градвелд. Так, сейчас два квеста сдам. Выбираем себе награду, херня, выбираем самое дорогое. Так, ну теперь надо выполнить остальные три задания. Хотя бы просто так. Кстати, в Дотке скоро будет очень много модов, карт и все такое, поэтому... Я, возможно, могу вас обрадовать тем, что появится очередная рубрика по Доте 2. Конкретно именно по модам. Думаю, должно выйти что-то очень крутое. Очень прикольное. В общем, очень здорово. Антедик. Undead Healer, what? Я зато не могу прочитать это заклинание. Не, я не самоубийца, тем более я себя не хочу пока убивать. Так, что там у нас есть? 15 камней плети. А. Надо, короче, этих убивать, если их падают капли плети. Надо подождать. Я пока не могу прочитать эту заклинание. Так, какие у нас здесь данж на выбор? Испытание чемпиона. Ох ты ж. Если зачищение Астратхольма еще заодно. Заклинание еще не готово. Дерьмо. Я пока не могу применить это. Блин, он такой жирный, здоровый. Надо подождать. А у меня все... Максимум, тут все синее. Все, синее, синее. Да, даже зеленое вон есть. Это аксессуар, ладно еще. Эту цель нельзя атаковать. Я не могу это делать. Я пока не могу прочитать. Заклинание еще не готово. Мне нравится это местечко. Король Лич хорошо тут обосновался. Молот несправедливости. Что-то это несправедливо, реально. 6 секунд стана. Это ж как много, блин. Надо подобраться. Я пока...
пока не могу прочитать. Заклинание еще не готово. Еще надо верховных жрецов найти. Опять эта херня! Ты как ущерляется так. Я пока не могу прочитать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Так. А где мне найти этих? А, вот он, верховный жрец. Который выглядит как Наруто. Пойдем искать что. Ой, еще гаргульи тут. О, два жреца. Один такой за стеной, паника, еще там какие-то озвуки непонятные, все круто. Меня никто не трогает. А ты кто такой, как ты сюда зашел? Блин, я в этой воде застрял. Изи. Так, отлично. Хорошо, что отсюда выбраться можно. Так же изи. Сдал три квеста. Нет, еще не сделал я эти квеста. Так, а что у нас с этим квестом? Поручение отца Густава из долины Эхо, ледяной корни, окропите кости, десяти оживленных рыцарей святой водой. И делать вот так. Все, я понял. Я пока не могу применить. Бедные дрыцы. Даже не заметил как-то. Эффект такой прикольный. Голубенький. Зато рыцаря нету. Еще не готов. Блин, не я смотрел я за квест, что я буду делать? Заклинание еще не готово. Наш герой погиб. О, вот он, еще один. 7 из 10. 8 из 10. Зачем мне это сейчас? Я пока не могу применить это. Надо подождать. А, как там значит, ходишь в назначение клавиш, и вот тебе, пожалуйста.
вот здесь назначение клавиш, панель команд. И здесь уже назначаешь эти клавиши. В принципе, easy. Появится давай три квестика. Фу, элита, 126-100. Ого, вот это уже пожестче деревка будет. Так, короче, вот твои квестики. Еще не все потеряно. Еще не все. Мы выстоим до конца. Так, выберем награду себе. Все говно, я беру самое дорогое. Что дальше? Ага, нам надо убивать каких-то конкретных теперь чуваков. Что нам надо сделать? По заданию Черного Хранителя из долины Эхо Ледяной Короне убейте Саунаракса, Резничака, Короля Подземелья Таланокса и Верховного Жреца Этмана. Ага. Их еще как-то призывать надо. Нельзя применить к этой цели. А где эти водятся? Что они тут? Я не могу это сделать. А! Понял. Еще дальше. Еще не готов. Я пока не могу. Я не могу. Рыцарь, помоги мне. Слишком далеко. Он пытает меня. Мне не хватает. Блин, ДК тупо, иди агри его. Он же сейчас убьет меня. Мне не хватает энергии. Ай, блин, ай, блин. Я слишком далеко от себя. Пускай он его убьет. Отлично, рыцарь с ним разберется, теперь можно наносить ему урон в полную мощность. Я не могу это сделать. Ааа, страх, нет, я должен сделать вас хит. Ай, опять сеть. Надо подождать. Есть, убили. Чё? Мне ещё как нужна помощь против этой элиты сраной? Короче, они сидят в таких вот андетовских домиках, и их надо всех... мочить. Нет, огненный шар. Ай, больно в ноге. Я скроюсь. Чё, ДК? Он увидел меня. Надо подобраться поближе. Заклинание ещё нет. Да вообще хилить меня атаковать. Хилка.
Да, короче, его бей, я сниму шкуру, а теперь я буду пить. Я пока не могу продать это шкуру. Надо подождать. Я пока не могу применить способность. Так, давай, последний удар. Я не могу. Наконец. Слишком долго бьем его. Мы? Ну, я не все как бы еще. Мне надо идти еще кого-то убить. Где тут Зига? Ага. Это походу Пуджик. Это же бойня целая. Но тут довольно пусто. И мне да, и сюда еще. Ха. Воу. Да, элиты не обязательно, тем более и боссы такие большими, как, например, кролик на Вауне, которого... О, вот этот, кажись. Такой жёлтенький. Слишком далеко. А-а-а, он меня сейчас убьёт! Спасай меня! Рыцарь смерти! Ай, блин, больно в ноге! О, вот это более-менее нормально. Я пока не могу считать это заклинание. Я пока не могу применить эту способность. Надо подождать. Заклинание еще не готово. С него нельзя снять шкуру. А ну-ка, если я сюда зайду. Да, не только. О, изи. Отлично. Обуздай свою ненависть! Извлеки из нее толк! Короче, я так понимаю, только дорогое стоит. Что за тебя? Пойдемте доставим. Как я говорил, у нас только будет где-то ближе к 79-му. Больше не набьем сегодня. Панда-шаман! Вау, ну норм. Нас ждет триумф! Найди силу внутри себя! Так... Опять эти звуки. Кто мне хлопает? А что вы меня там троллите? Трали, блин. Давайте побыстренько установим это вот с нами. Кстати, где эта груда? Ну, это не особо похоже на груду. Это даже не похоже на груду. Где она? Я прям в ней стою. Груды рыцарских черепов. Вершина рыцарей. Да, я на вершине рыцарей. А, его надо будет еще защищать. Вот народ. Короче говоря, на этом я пока закончу.
с защитой мы разберемся позже. Поэтому я надеюсь, вам понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал на YouTube, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайк, комментируйте. Добавляйте в избранное дети с роликом. Варик уже был недавно! Причем целую неделю. Ну а те, кто хотят видеть больше всяких стримов, обязательно зафоллайте меня на Твиче. Ну, вообще с вами был Павел Первый. Всем спасибо за просмотр, всем пока.